Добро пожаловать! Для лучшей навигации используйте тайм-коды в описании. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Самый опасный человек. Каждая война начинается со страха. Каждое предательство начинается с доверия. Глава секретного подразделения разведки получает задание найти опасного международного беглеца, которого из симпатии укрывает молодая девушка-адвокат. «Человек, который изменил все». Фильм по книге Майкла Льюиса, изданный в 2003 году, об Оклендской бейсбольной команде и ее генеральном менеджере Билли Бине. Его цель – создать конкурентоспособную бейсбольную команду, несмотря на финансовые трудности. «Волна» 2009 года. История о диджее британского пиратского радиошоу 60-х. Сюжет фильма рассказывает правдивую историю британской пиратской радиостанции, которая вещала с корабля в Северном море, в то время как BBC выдавала в эфир 2 часа поп-музыки в неделю. Нью-Йорк, Нью-Йорк. Директор театра в творческом кризисе пытается разобраться со своей жизнью и окружающими его женщинами. Наконец, посчитав, что не стоит тратить свою жизнь впустую, он решает поставить важную и искреннюю пьесу. Для этой цели воздвигается настоящая живая модель Нью-Йорка в заброшенном складе. Он переживает муки любви и страдает от непонятных болезней. Миссия невыполнима 3. Суперагент Итан Хант решил расстаться с оперативной работой и заняться подготовкой курсантов. Он даже решил жениться на привлекательной, ни о чем не ведающей Джулии. Руководство ЦРУ просит его принять участие в последней операции – спасении его бывшей ученицы Линси Феррис из лап торговца оружием Оуэна Девента. Мог ли Итан предположить, что за этим заданием последует целая череда смертельно опасных миссий в Ватикане, Нью-Йорке и Шанхае? А вот и Полли. «Магнолия» 1999 года. Эта история произошла в долине Сан-Фернандо в дождливый день, когда на небе не было ни облачка. Благодаря вмешательству высших сил, а также нагромождению совпадений, случайностей, действий разных людей, их жизни и судьбы переплетутся и проникнут друг в друга в течение одного дня, финал которого будет незабываемым. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание!
До скорой встречи!